Глядя на Валерия Евгеньевича, поневоле заряжаешься позитивом и той неповторимой энергетикой, которая присуща только ему. Более 40 лет он возглавляет муниципальный духовой оркестр городского театра, и каждое его выступление собирает аншлаг. Секрет прост. Оркестр – это единый организм, в котором идет своя удивительная внутренняя жизнь. Каждый должен заниматься своим делом с энтузиазмом, с любовью, к любовью к родине к своей. А я очень люблю Россию. Я русский, хотя я жил и в Казахстане, и на Украине жил, в Донбасс. И дочь у меня сейчас там живет. Вот все взаимосвязано. Это один коллектив. Он не может быть сразу раз и заиграли. Это как футбольная команда, как все. Это наигранное уже. Они играют так, как хочу я играть. Они слышат так, как я хочу слышать. Вся творческая и жизненная биография Валерия Евгеньевича – это подвижнический путь во имя культуры и искусства. С первых шагов духовой оркестр прочно утвердился в лидерах творческих коллективов Анапы. Его любят за чувство стиля и выразительности, умение создать единый сценический образ произведения. Коллеги убеждены, что Валерий Степанов в музыкальной культуре нашего города – явление уникальное. Он душа коллектива, камертон настроения и оптимизма. Познакомились с Валерием Евгеньевичем мы 35 лет назад. Так получилось, что он пригласил меня в оркестр у него играть. За это время все, что я имею в жизни хорошего, это все благодаря Валерию Евгеньевичу. То есть жизнь, я считаю, что у меня удалась, мне было очень замечательно. Сам человек Валерий Евгеньевич очень интересный. Внимательный ко всем, неравнодушный, всегда поможет. Не было бы Валерия Евгеньевича, не было бы и оркестра. Собственно, на нем все и держится. Работать легко, удобно. Но замечательный человек, широкой души, всегда может войти в положение, помочь. Ну, без него здесь никак. Все на нем держится. Если бы не личное качество, ну, тут, вы же понимаете, столько народу, чтобы каждого как бы уговорить. И каждый, чтобы здесь присутствовал, ну, тут надо еще дар иметь общение с людьми. Вряд ли бы кто-то другой так возился, как Валерий Евгеньевич. Сегодня Народный духовой оркестр объединяет 27 музыкантов, профессионалов высокого уровня. Коллектив исполняет классическую русскую и зарубежную музыку, не боится экспериментировать, создавая яркие попурри из мировых хитов. Всего в его репертуаре более 200 музыкальных произведений, в том числе и очень сложных по исполнению. Даже в свои 75 Валерий Степанов полон сил и останавливаться на достигнутом не собирается. Сейчас коллектив готовит концептуальную программу, а это значит, что жители и гостей города ждут новые выступления. Руслан Душевский, Анапа регион.